Работа по формированию бюджета Ульяновской области началась еще в апреле месяце. Был составлен и отправлен на согласование всем органам исполнительной власти график формирования бюджета. Здесь основным будет рассмотрение именно выполнения поручений президента, которые были подписаны 4 апреля. Именно данные поручения, они являются основными посылами при формировании бюджета на 2018 год и плановый период. А также рассмотрим возможность нашего регионального бюджетного правила. На заседании был утвержден состав бюджетной комиссии, председателем которой был назначен губернатор Сергей Морозов. По его словам, только на выполнение указа о повышении уровня заработной платы требуется выделить дополнительно более 1,5 миллиарда рублей. И это серьезный вызов. Мы, конечно, к этому готовились, знали и, несомненно, так сказать, понимаем свою ответственность. Но я хочу, чтобы просто все понимали цену вот, повышения заработной платы, которая в этом году произойдет. Также в ходе мероприятия были определены основные подходы к формированию бюджета. Мы должны не только продолжить достаточно активное увеличение налогооблагаемой базы, рост собственных доходов, что для нас крайне важно, в том числе в рамках выполнения подписанного соглашения с Министерством финансов и правительством Российской Федерации, но и приступить к более активному финансовому оздоровлению. Половину средств, которые будут получены из дополнительных источников, направят на реализацию указов президента. Остальная половина пойдет на развитие налогового потенциала и погашение кредиторской задолженности. Именно от того, насколько эффективно вы будете действовать в рамках вот тех же самых бюджетных правил, в части развития собственной налогооблагаемой базы и эффективности к подходу расходования своих средств, от этого будет зависеть и возможность получения очень серьезной финансовой, дополнительной финансовой поддержки из регионального бюджета. На это в следующем году предлагается заложить около 100 миллионов. Также будут разработаны и введены региональные бюджетные правила, которые позволят иметь максимальную устойчивую финансовую ситуацию. Кристина Жакот, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.